Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Boom Slinger. Что у нас тут в магазине показано? Ага. Карточки, ну это все понятно. Оружие, давай-ка прокачаем бомбочку. До второго уровня, отлично. Так, и колья. Колья тоже надо прокачать. Ну что, вроде бы все норм. Тут у нас в лаборатории что-то бесплатное. А что именно? Ага, мы можем разукрасить свой корабль. Ну, это не обязательно. Арена мод. Нет, арена мод я не хочу, ребят. Потому что там надо тратить кристаллы, а кристаллов у меня и так мало, поэтому давай-ка с тобой просто повоюем. Как обычно, Нюк, Рэй и Роджер готовы к поединкам. Блин, и опять у нас ледяная, по-моему, трасса, да? Фу ты, трасса. Локация. Блин, ледяная локация. Так, я хожу первым. И что мне тут делать? Даже не знаю, ребят. Я, конечно, попробую вот так вот. Нахрапчиком. Точно, это все ледяное. Зря я так, конечно, сделал. Сейчас, смотри, сейчас, наверное, будет вверх стрелять. Да, Диабло будет вверх стрелять, и, по-моему, я сейчас отлечу. Хм. Я даже не знаю, что тут сделать. Если только запрыгнуть куда-нибудь туда, наверх. Ой-ой-ой. Оу, зря я так сделал, ребята. Ой, зря. Хан. Почему же я не удивлен, а, ребят? Ох, сейчас влупит. Он хочет, чтобы я туда улетел, что ли? У меня, конечно, тут... Аллилуйя. Ребят, он промахнулся, а это значит, что сейчас мы можем его наказать. Попробуем. Я его наказал. Завершаем ход. Вот куда он будет? Наверное, наверх стрелять. Или в бок. Тут два варианта. Ты понял? Понял, что он сделал? Только шляпка осталась от Рейчика. Блин, жалко, я, конечно, прыжок-то потратил. Так. А теперь катись колбаской. Такие звуки. Отлично все у нас получилось. Даже лучше, чем я ожидал. Давай следующий поединок, конечно же. Такой Рейчик, хоп-хоп, крутой. Эскимо на голову напялил. Зато всегда прохладно. Опа, вот такого я еще не видел. А, видел, просто здесь у него шляпка такая в виде росточка. Я думал, это какой-то новый. Ух, блин. Ну, почему я начинаю все время снизу, а? Ну и что ты вот прикажешь мне здесь сделать? Я пропускаю ход, ребят. Ага. Ему как-то нужно сюда бомбануть. Угу. Ну вот что ты вот здесь сделаешь? Что? Что я тут могу сделать? Я могу только укатиться к чертовой бабушке, да? Вот это зря. Хотя, подожди, почему зря-то? Чего это такое? Блин. Вот это я обделался, ребята. Вот это, блин, да. Я сам виноват. Ну что? Что тут я могу сделать? Давай попробуем, знаешь, чтобы пробить ему
Вот так вот. Ага. Я. Так, он прыгает, что хочет. Давай вниз прям. Я. Угу. Луч. Замечательно. А. Пока. Круто получилось. Круто, ничего не поспоришь. Так, а мы продолжаем, ребят. Мы растем в рейтинге, так что все отлично у нас. Что такое, что за ожидание? Так, ждем следующую битву. Ну давай, где там противник? Нифига себе. Там чувачок какой, кит. Один на один, что ли? Один на один. Прыгать я пока не буду. Что он сейчас тут? Good luck, желаю удачи. Ну давай, трэш, я тебе тоже желаю удачи. Он решил запрыгнуть. Есть сюрикен. Не знаю, зачем ему это надо было. Попробуем бомбануть. Goodbye. Ну, хотя бы поблагодарил за хорошую игру. А ты заметь, как здесь очень долго, ребята, копятся кубки. Очень долго. Ну, не кубки, черепки здесь в данный момент. Но все равно они очень долго здесь копятся, чтобы получить награду. Так, носок. Пингвинчик. И кто там еще? Опа, 2 на 2. Ага. Так, а вот это уже интересно. Как мы тут будем... Тут, видишь, перегородки, они... Ну ладно, эти-то хоть можно как-то пробить. Попытаться, по крайней мере. Так, Роджер, что мы будем делать с тобой, а? Вот даже если мы пробьем. Фигня это все какая-то. Я пока пропущу ход. Я хочу посмотреть, что он будет делать. В любом случае надо пробивать вот эту перегородку и закидывать уже там, я не знаю, бомбами или еще чем-либо. Так, 5. У меня пока нет ничего хорошего. Поэтому пропускаем ход. Ну что, уточка, давай что-нибудь там предпринимай. Лучом, правильно ты делаешь. Ты думаешь, ты попадешь? Хотя, может быть, попадет, ребят, если. Вот тебе и... Что он там показывает? Я пропускаю ход. Да, тут надо перегородку эту сбивать и закидывать какую-нибудь бомбу или еще что-то в этом роде. Тут других вариантов я не вижу. Или как-то навесиком сделать. Довольно такая, знаешь, хитрый уровень. Ну что вот мы можем сделать? Можем, блин. Вот так вот навесиком, это бесполезно, ребят. Навесиком бесполезно. В прыжке и лучом бить. Так-то надо прыгнуть еще на пол, чтобы умудриться. Не знаю. Что-то ни один вариант у меня здесь не работает. Так, ну вот он решил прыгнуть. Молодец. Ну бас, ну бас. Короче, сделаем так. И пока все. Я придумал, друзья мои, что надо сделать. Нам нужно здесь пробивать. Точно. Ну это глупо. Не-не-не, это не получится. Твоя корова улетит вниз. Так, смотри. Сейчас я... Блин, да куда ты? Не ты мне нужен.
Мне нужен Роджер. Мы сейчас с тобой пробиваем здесь наверх, запрыгиваем и уже сверху. Так он все не успокоится, да? Он все не успокоится, он все свою корову тут пытается нам забросить. Смотри, что я хочу сделать. Да. Вот так. Е! Железная логика, да? Все-таки я его достал. Ну что, нам еще 5 черепков заработать, и мы, ну, получим награду. Вот это что-то, конечно, какое-то долгое ожидание. Раньше и не было вот этого, чтобы смотреть рекламу через каждые 5 секунд. Ну давай, 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 жду, жду следующего оппонента. Следующий портал через 12 часов. О! Нифига у него там шляпа. И тоже кактус. Приклеился. Угу. О! Хорошая цель, кстати. Смотри, что творит. Ты понял, что он вытворяет? Тю-тю-тю-тю-тю. Блин, ну это... Нет, это как-то фигня получается. Я, наверное, пропущу ход. Пускай он делает какие-то... Ну что, если он тут что-то взорвет, он сам улетит в воду, насколько я понимаю. Так, а вот здесь вот у нас... Ёпрсы ты, вот... Вот это бомбануло, а! Вот это, друзья мои, бумкнуло, блин. А что, у нас максимальная только 5 ходов? Что он делает-то? Что это такое было? А что это он сделал? Я не понял, друзья. Если честно, что это такое было? Ну... Юлус, я проиграл, и что? Что-то игра зачастила с вылетами, друзья. Вот что я вам скажу. Обновили, называется. Только все испортили. Ладно, ждем следующего противника. Он уже летит к нам. Блин, зашибись, меня поставили. Нормально? Давай пробуем уточку, наверное, шлепнуть. О, даже не знаю. Сейчас любой удар навесиком, ребята, и рейчик у меня полетит к чертовой бабушке. Это что такое? Фига себе. Ну почему нюк-то начинает ходить? Блин. Что, зарядим? И лучом, наверное, да? Иди отсюда. А этот сейчас будет навесиком бомбить. И ведь попадет же. Нет, не попал. А вот лучом. Хе-хе-хе-хе. Ну, с сюрикеном можно, да. Но не убил. Вот, аханя называется. Как бы мне тут лучше сделать-то? Гудбай. Жалко, конечно, что рейчик мой сейчас погибнет, к сожалению. Ну, понятное дело, бомба, конечно же. Прыжок и луч. Даже так.
Куда же ты хочешь прыгнуть-то? А ты мне кажется, что ты сейчас в воду упадешь? Это, конечно, было глупо. И здороваться я уже не хочу с тобой, поздно. Так, награда. Опа-на. Это что еще за дудка? Триумф называется. Осы какие-то. И новая аватарочка. Вот этот камень, да? Ух ты, яд. Нормально. Так, ну что, play. Ать, ать. Cancel, cancel. Отмена. Где у меня оружие? Так, информация можно? Ну-ка, что? Так, еще разок. Опа. Слушай, звуковой волной сбиваем. Давай, наверное, вот это вот уберем. А вот это вот возьмем. Или вот это даже лучше. Вот так вот. Да. Ну ты видел сам, да? Там такая волна звуковая идет. Блин, только не вылетай, пожалуйста, игра, а? Я вот нажал play. Видишь, вот эта бомбочка зависает. Нет, не вылетело, все нормально. Только надо будет посмотреть, она пробивает препятствие, эта звуковая волна, или же нет. Или она только бьет чисто напрямую по противнику. Да что ты, вы издеваетесь. Опять они меня сюда засунули. Ну что, давай так же, как и было у нас. Ать! Плохо это все. Вот это плохо. Плохо началось. Что это? Наковальня? Да, ребята, это была какая-то прямо наковальня. Честно говоря, я даже не знаю, что сделать. Что? Тут трубу, конечно, посмотреть, но мне кажется, она должна напрямую действовать. Наверное. Можно вот так бомбануть, попытаться? Вот сюда вот. Ать! Пока сделал, да, сам себе? Вот если по уму... Можно сюда вот бомбануть бомбой, ребят, и у меня Рэй и Роджер сразу улетают. Понимаешь? Так, он хочет в прыжке поменяться над водой, да? Я так и понял. Вот тебе и Блин, нюк в опасности, ребята. Бомбу запускает. Ну, понятно. У-у-у. Повезло. Блин, нам, наверное, запрыгнуть надо. Чё ты? Это запрыгнуть надо. Все, ребят, сам себе гадости наделал. Ну, понятно, до свидания, нюк. А это тебе не поможет, парень. Все-таки мне надо проверить вот эту вот трубу, ребят. Или как, пока не надо. Как он хоть работает-то? И все? Вот ты, блин. Труба, ребята, это фигня, честно говоря, не труба. Убираем ее нафиг. Она не пробивает препятствий, так что... Ну, тут понятно, тут прыжок и наковальня. Ой, дурак. Хотя, подожди. Фигеть у него, ребята. Он мог прыгнуть, применить наковальню, и еще после этого у него остался сюрикен. Не борза ли это, а? По мне так лично это очень борзо. Откуда у него столько энергии было? Ну давай, ждем. Рейтинг у нас падает. Вот что. Сова, пингвин и пёся.
Ну что, ё-моё, ну вот, мы уже соединились. Нет там что-то в ожидании, блин. Кто ходит? Ай, блин. Да ладно. Зашибись. Радуется, да, значит? Блин, я трубу не поменял. Вот кого здесь из них валить? Этого хлыща. Нет, он еще и выжил, блин. Да, он там бросает. Что он делает, вообще не понимаю. Вот тебе и охраня. Ребят, я сам себе тут... Не вздумай. Так. Блин. Короче, достали они меня. Оба. Зашибись, я встал. Молодец, Рэй. Лучше, блин, придумать не можно, нельзя было. Ну и чего он тут? Что он этим хочет? Ну, возьмет луч, бомбанет. Ох, хорошо как. Теперь мы бомбанем лучом. Нет! Еще попасть нужно. Твою-то дивизию, а. Ну все, конец. Сейчас он в меня, ребята, тут бомбанет. Ох, бомбанет, да? Не попал. У него еще две энергии есть. Да ладно. Если сюда перескочу. Блин, это лед, я укачусь. А мы можем же сделать... Точно. Подожди, у нас что в первом идет, да? Так, трубу эту убираем. Ничья, ребят. Блин. Так, что тут у нас... Понятно. Это секрет какой-то. Да не надо мне вот этого всего. Так, кто у нас там? Угу. Но если вот у него есть вот это вот, это авокадо, я так понимаю, да? Срез авокадо. Слушай, ну... А в принципе, Вуди... Он именно так сделал. Угу. Сколько у меня энергии? Две? Две всего лишь. Че я могу? Так вот сделать. Good boy. Так, а этот что сейчас будет тут придумывать? Эхэня! Ахаляй, махаляй! Так, если мы, например, запрыгнем туда к нему. Вот так. Оу, чёрт! Да. Круто я, конечно, бомбанул. А что это такое? Это что такое было? Это что такое было, друзья?
Это запрещенный прием. Фига себе, он вызвал какой-то, я не знаю, космический корабль вылетел, который просто сносит все на своем пути. Зашибись. Сколько у меня? 3 энергии. Я, наверное, пропущу пока. Так, Гектор. Ну что там Гектор будет делать? Ты серьезно? Может, пульнуть ему туда, а? Ага. Очень, кстати, кстати, он тут... Что это? Это что такое? Да иди ты в пень, блин, ё-моё, ребят, у него... Так, ну что? Вырубаем этого птенчика, наверное. Оборзели совсем. Ты видел, какое у них оружие есть? У меня такого оружия нету, блин, в отличие от них. Какое-то супер имбовое досталось им. Так, что тут у нас? Теперь мы поменялись местами, да? Я даже не знаю, если я вниз буду бомбить, я пропущу, пожалуй, ход. Ну что, давай, думай. Угу, моя школа. Ох, спасибо. Йо-хо. Не такого я, конечно... Эффектуса. Так, у него выбор: либо валить Роджера, либо валить Рэйчика. Что у тебя, пингвин, есть? Прыжок, во-первых, ну понятно. Ух, споткнулся, да? Так, и луч. Еще и сюрикен. Понял. Вот так, значит, ты со мной, да? Ну что, распрощаемся с этим парнишкой. Все. Коротко и ясно. Разбомбили. Ну что, забираем еще одну награду, друзья мои. Это у нас какая-то... А, это... Новый персонажик у нас. Вот что. То есть теперь у нас есть еще и... Пчелка. Ребят, напишите, кто вам нравится. Дракончик, пчелка, игуанка или чашечка. У нас два пингвинчика. А пингвинчика я могу как-то, извини меня, продать или еще что-нибудь? Нет? Нет, не могу. Ну что, я думаю, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.